Педагог Дворца творчества детей и молодежи Ольга Касаткина за 40 учебных минут познакомила ребят с историей одного из течений хип-хоп-культуры – брейк-данса. По мнению Ольги, этот уличный танец помогает молодежи выразить себя, а порой разрешить конфликт со сверстниками. Мне бы очень хотелось, чтобы дети, которые придут на открытые занятия, чтобы они освоили какие-то новые для них элементы. Я надеюсь, что заинтересую своим занятием детей и что мы с ними обязательно встретимся уже на тренировках. За время занятий с незнакомым коллективом Ольга Касаткина не только научила ребят нескольким новым движениям, но и устроила между ними небольшой танцевальный поединок – баттл. Было очень хорошо. Отзывы вообще прям супер. Ну, все было круто, но баттл мне понравился. Ну, все отлично. Еще бы таких вот встреч. Свое решение для Ольги Касаткиной и трех других конкурсантов – Дины Панковой, Светланы Давыдовой, Николая Козака – вынесет и авторитетной жюри. Темы, которые педагоги выбрали, они очень актуальны, они интересны для детей. Мы всегда говорим, что нужно идти от интереса детей. Но то, что детям это интересно, безусловно. Вчера мы это слышали от детей, когда сидели в зрительном зале, и слышали мнение детей о педагогах, когда они выступали. Ну а уж тут конкурс есть конкурс. Победитель педагогического конкурса «Сердце отдают детям» будет назван по окончании последнего творческого испытания в четверг, 17 декабря. Диана Орлова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».